С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Сегодня у нас серьезное видео такое, полезное очень для тех, кто будет покупать телевизор. Тема с битыми пикселями до сих пор актуальна. Не знаю еще, сколько она будет актуальна. Но можно купить в магазине телевизор, и у вас будут черные или какие-нибудь там белые точки на экране телевизора. В некоторых магазинах предлагают такую услугу, как проверка на битые пиксели. Даже негодяи просят за это от 300 до 3000 рублей. С меня потребовали 1500 рублей, чтобы за 5 минут произвести то, что я сейчас сделаю абсолютно бесплатно. Проверю сам на эти битые пиксели. В магазине я сам тоже эту процедуру провел, проверил. Все оказалось нормально, никаких битых пикселей не оказалось. Так, у меня на флешке записаны специальные цвета. Это красный, зеленый, синий и желтый. И черный, чтобы проверить. Там просто ищите здесь битые пиксели, есть они здесь или нет. Черные точки. Всматривайтесь, нет ли что-то здесь такого подозрительного. Дальше потом пролистываем. Зеленый фон, полностью залитый экран зеленым цветом. Тоже всматривайтесь и ищите какие-нибудь здесь несоответствия зеленого фона точки. Ничего нету здесь, все нормально тоже. Вот он, синий фон. Здесь тоже ищите. Тоже ничего нет. И дальше у нас что идет? Белый фон тоже. Если бы были битые пиксели, были бы черные точки. Здесь все нормально. Тут пыль какая-то. Это черный фон. Здесь тоже, в принципе, все нормально. Желтый фон. Так что при покупке телевизора обязательно берите с собой флешку. Подходите к этому продавцу, к этому консультанту и говорите: я хочу проверить свой телевизор на битые пиксели сам. И, конечно же, телевизор лучше самому проверять во время покупки. Вот когда вы купили конкретный телевизор, все, провели там чек, все, осматривайте его, нет ли там каких-то царапин, сколов или еще что-нибудь такое, и, конечно же, на битые пиксели. Сами они могут вообще вам ничего не проверять, скажут: у нас... Мы никогда не проверяли эти телевизоры, как мне заявил такой продавец-консультант, что говорит: за 2 года ко мне никто не обращался, у нас никто не проверяет никогда телевизоры. А я ему говорю: в этот день придется проверить все, он мне принес проверять, пришлось мне самому все это дело, я все проверил, все оказалось нормально. Так что будьте бдительны при покупке, смотрите, осматривайте ваш телевизор. Так, что у нас еще здесь есть? Еще здесь пару картинок, это горизонтальные линии. Здесь тоже все нормально. И что еще здесь? И вертикальные линии. Вот так вот. И вот за это все дело эти негодяи требовали с меня 1500 рублей. Вы сволочи! Вот вы кто, сволочи вы. Так, все. Вот она флешечка. Здесь зависли эти картинки, эти изображения, эти цвета, и все. Все проверено, все нормально, отлично. А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. И дальше будет интереснее.